Всем привет! Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал, в гостях у Павловны. Хочу поделиться с вами осенью. Посмотрите, какая красота. Действительно, золотая осень. И на земле золото. И на деревьях. А вот эта березка. Посмотрите, вся в золоте. Конечно, скоро облетят эти листочки. Но давайте, как говорится, остановим это мгновение и полюбуемся на красоту природы. Осенью особенная красота. Вот она. И солнца не надо, как говорится. Как летом. Красота. Хочется, придя домой, тоже что-то выдумывать. Вот такие. Создавать композиции. Ну как осенью без тыквы? Конечно, тыква у нас в первых рядах. Приглашаю всех на осеннее чаепитие. Здесь и орешки можно пощелкать, и семечки, и виноград. Ну и рюмочка чая, конечно. А сейчас всем говорю, пока. Заходите ко мне на канал. Подписывайтесь, поддержите мое осеннее настроение. Всем пока!